Иногда бывает так, что тебе надоело практически все. Отношения, учеба, друзья, прогулки на свежем воздухе, компьютер. Ты чувствуешь, что ты просто устал. Ты просто хочешь упасть лицом вниз. Но! Ты должен держать себя в руках. Ты должен мысленно собраться перед грядущим кобздецом. Ты всегда должен быть настороже, потому что за любым углом тебя может поджидать коварный, злой, жестокий. Не смейся, челлендж! Два правила, и первое очень просто. Засмеялся? Проиграл. Второе! Не поставил лайк? Проиграл. Поставил лайк, выиграл. Все изи, изи. Так что ставь лайк и добро пожаловать в мою игру. Засмеялся? Подписал. Приступим. Черный первый. Вот так. Черный первый. Чур третий. Я первый сказал, чур, а не первый. Как хотите, работайте. Не-не-не, давай, Игорь, твоя очередь. Давай. Пошли в жопу, вы подставили. Поломали тут снег, новогоднюю атмосферу всю сломали. Пошли в жопу. Начинай давай уже, заходи. Что меня обзывают, не понял? Да я сам не понял. Ну. Додос! Додос! Смертная казнь! Додос, смертная казнь! Ты Линк? Это твои зубы? Что ты делаешь? Дебил стул! Зачем ты стул кидаешь? Ты что, дурак? Это не я сказал. Это топ-хата. Топ-хата? А где она? Что ты делаешь? Топ-хату строит. Топ-хата! Не, ну это по-другому, типа. Вот так нужно кричать. Ой, ну ты, Игорь, конечно, и дебил, ладно, я пошел. No. Так, ребята, сейчас будет такая сценочка. А, вы знаете... Игорь, уйди отсюда. Свали отсюда. Проказник, как проказник, Игорь. Съё отсюда нам. Пацаны, понимаете, очень давно интересует вопрос один. Очень давно. Гей ли ты не часом, Евгений? Нет. Нет. Очень интересует один вопрос. Вон туда. Встань. Игорь, иди сюда! И поехал, жопу поехал, свою пацаны. Поднял и встал за сраный пульт! Так вот. Вопрос. Сколько ты раз показывал писюн? Сколько раз показывал? Ни раз! Не было такого! Наша информация говорит об обратном. Так я еще раз спрашиваю, сколько раз ты показывал писюн? Зеро. Жека, ноль. Будь. Все понятно. Все понятно. Интервью не удалось. Не удалось. Так я ничего же не показывал. В смысле ничего не показывал? Сколько? В общем, пацаны, сейчас будет серьезный разговор, так что готовьтесь. Ну давай, иди сюда, заколебал уже, что ты там... Вечерние новости, воскресные новости, что нас ожидает в этом выпуске? Хватит орать! Давай, продолжай. Что нас ожидает в этом выпуске? Я вечерние новости, секреты, тайны, разоблачения. Первая новость. В этом выпуске мы поговорим о странном мальчике с украинской деревни, который бегал по улице... Это не я, дорогие друзья, все, что видели, это все неправда, я вам мам. Который бегал по улице и нашел себе на сраку проблемы. Что чувствует его мама? Неужели она сожалеет то, что его родила? Почему? Неужели у него есть лишние хромосомы, и он орет жопа трахать по всей деревне? Было такое... Я не знаю. Мама хочет дать его в дурку. Кто его знает? Секретные кадры. Разоблачение, тайны, расследование. Тер-ре-ре-ре-ре! Первый выпуск закончен. До свидания, зрители. Эдисон. Да. Мне нужна твоя помощь. Угу. Включай телевизор. Подожди. Ты включил телевизор? Включи. Я не понял. Комментируй новости, Эдисон. Комментируешь? Тер-ре-ре-ре-ре-ре-ре! Вечерний выпуск, разоблачение, страсти, расследование. Человек-паук напал на безбожную бабку, которая гуляла.
Было раскрыто лицо Человека-паука, Спудимен, оказывается, у нас живет в городе Бердянск. Я, кстати, показывал этот скин уже. Пшик-пшик, паутина ебана. Ну ладно. Давай, вали отсюда! Так, ребят. Дебилы совсем. Новый Человек-паук, amazing, legendary. Legendary, честно. Мы готовы, дети! Мы готовы! Пошел на***й. Не дадите сценку показать? Два дебила. Давай, давай. Ну короче, ёпты. Все, мы смотрим. Да, похлопаем. Спасибо. Ой. Я что-то перехотел показывать. Ладно. Короче, вопрос такой к вам. Вы пиратов любите? Пиратов? Нет. Да. Я никак не пользуюсь торрентом. Пиратов вы точно не любите? Вот смотрите, вот пираты, да? Вы как бы понимаете, когда вы видите пиратов, тогда приходит пират глазастик! Вот! И он тебя хочет Ой, 5 минут. Очередной воскресный выпуск! Таня, разоблачение, страсти, насилие! Что будет? Что вас ожидает в этой серии? Неужели нападение инопланетян или секретная лаборатория? Бедный мальчик, над которым ставили эксперименты, вроде русский пацик, славянская внешность, а за ночь превратился в жамшута! Как так? Гипотенуза чистой воды! Как весь все тело обрушилось? Гипотенуза! Это глаза, которая делит жопу пополам! А что это за красавец, я не могу понять, что это за красавец? Человек азербайджанился за одну ночь! 90% всего тела во сне! Это не я, не смотрите туда! Я это замажу, это не я! Красавчик! Тин-тин, тире-ти-тин-ти-дин! Конец выпуска, ждите следующей недели. А, вспомнил! Разоблачитель хрена. Пацаны, вот вас не бесит шароёб. Вот смотрите, мы же находимся на плоской земле. Кто сказал, что она кругла? Вот если я подпрыгиваю, да? Значит, земля должна быть круглая, она вертится, правильно? Почему я не улетаю нахуй на 40 метров куда-нибудь или на 400? Почему я на одном и том же месте оказываюсь? Конченый шароёб. Я понимаю, говорю, тут 12 IQ как бы не исправить уже, понимаешь? Кря! Что? Что исправить? Да 12 IQ. Да, я шутка. Шутка? Нет, я шутка. Ты у мамы шутка большая такая. Нет, я шутка. Ну я же утка, у меня шутка. Шутка, да. Тинки-палы! Слушай, это вот тогда да, тогда я понимаю. Только сейчас дошло. Это да. Здравствуйте, дорогие друзья. Дорогие юные друзья. Вот. А можно меня Брежнев поцелует? Подожди. Ну давай. Муа! Здравствуйте, дорогие друзья. Я хочу вас всех поздравить с новым наступающим 2018 годом. Вот, гадом. Вот. Негодяй! Подлецы! Все подлецы! Воры! Посадить нахрен нужно! Тебя нахрен! Я утка! Давай драться! Ты поломала, все поломала.
Меня не за что сажать, не за что сажать меня. Негодяи все воры! Ха! Посадите вас всех! Не за что сажать, не за что! Тереры! Тере-д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 е! Воскресный выпуск, воскресный выпуск, добро пожаловать, Таня, расследование, страсти, насилие. Пошел вон, кидание помидоры, говно передача, говно. Это не помидоры, дебил. Это не помидоры, яблоко, замечу новый придурок, который думает, что помидоры это яблоки, но неважно, неважно, родом из Омска, жил в Новосибе, но неважно, замечу, новый красавчик, принц всей вселенной, самый-самый красивый парень на деревне, каково это, как чувствует его мама? Что она чувствует, когда у нее парень самый красивый во всем мире? Откуда он взялся? Кто его родил? Или, возможно, фоточки просто зафотошоплены? Кто его знает? А кто ему сможет составить конкуренцию? Возможно, этот красавчик? Хумер! Игорь, да тут все хорошо, ты можешь повернуться. Я забыл. Тере-тере-тере-тере-тере-тере. До следующего воскресенья. Я предлагаю на этом закончить эту серию. Ставьте огромнейшие пальцы вверх на все наши 3 видоса. Много лайков, много серий, много смехуёчек. Поэтому все зависит только от вас. Да, и вот от сколько мы наберем лайков, столько и будет новых видосов, да. Сколько мы сможем набрать лайков? Сколько? Сколько? Не понятно. Сколько вам Николька, Колька Николай?